Привет, уважаемые зрители, кто следит за моим каналом. Снова я, Владимир. Сегодня вот такое видео, как бы сказать, необычное. Снимать больно тоже нету времени. Короче, подготовка к Синокосу 2018. Да-да, вот смотрите, не удивляйтесь. Сегодня у нас не то 5, не то 6 июня. Я в такой одежде. У нас холодно. У нас холодно. И тем не менее, прошлый год мы тестировали эту косилку. Все комментарии, которые вы писали, мучили. Вот, я по поводу защиты, по поводу пружины. Тоже мне один из подписчиков посоветовал на эту косилку. Был, да, не скрывая, был первый выезд. Вот я протестировал ее. Поставил вот такие вот распорки. Но это я сейчас подтянул уже. Сейчас хочу снимать. Вот. Вроде бы нормально. Но первый ремень, который вот мы косили. Вот здесь вот небольшой участок. Поначалу, конечно, нужно было настраиваться. Видосы есть. Вот здесь я вставлю их. Так, дополнительно еще, смотрите, что. Это, конечно, бате радость. Вот у нас есть наличие задний борт. Вот, ну, во время синокоса он, наверное, сзади он не нужен. Здесь вот установил я ее. Поставил вот такие вот распорки через болты. А здесь просто на петлю. То есть он у меня будет съемный. Вот это откручиваешь потом, убираешь в сторонку. И посмотрим, как в этом году дела будут обстоять у бати. Ну, потому что неудобно ему. Здесь вот все в сене и сюда все лезет. Приятно, когда ничего нигде не торчит. Так, дополнительно я еще ему смазал. Вот это переходное. Площадку. Ну, смотрите, что по этому поводу можно сказать. Она, в принципе, неплохая. Она у нас одержала очень большие нагрузки. Один раз был только слом. И то вот здесь вот немножко вот повело ее, а вот эту часть осталась на месте. Она очень удобная, но желательно, конечно, чтобы зацеп был тройной. Надо об этом думать, чтобы он и так играл. Этот вариант, наверное, кардана как раз замечательно подходит. Вот это где шестеренки, где. Вот тоже буду обдумывать в будущем. А так, в принципе, конструкция работает. Так. Да-да, вот кто владеет мотоблоком таким, наверное, уже задали вопрос, а что у него тянется сюда? Видите? Такая штучка крутая. О, то есть очень удобно. О, вот так вот включено. Единичка показывает, вот включено. Вот так вот единичка на вниз, это выключено. Ну и соответственно здесь газулька. Так, с ремнем, в принципе, нормально. По этому поводу прозубчатый ремень, в принципе, нет никаких вопросов. Ну, в общем, смотрите, кому интересно, да, подписывайтесь на канал. Это, как бы сказать, такое предвыпуск, что нас ждет в будущем. Вот, будем снимать синокос и посмотрим, насколько вот эта вся конструкция серьезно. Ну, здесь ребят тоже рассказывали мне в деревне, у кого владельцы были такие косилки, они просто-напросто ну, не пошли. А вот как разобрались с этой ситуацией. Вот. Будем это как раз обсуждать. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.